Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе ни малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив. И товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение. Но твердость спасала его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. Что если, думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти верные карты? Почему же не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал, доставит мне покой и независимость. Утроит, усемерит мой капитал. Доставит мне покой и независимость. Утроит, усемерит, утроит, усемерит мой капитал. Доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивалась то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей этот дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини», — отвечал будочник.
Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно вечером воротился он в смиренный свой уголок, долго не мог заснуть, и когда сон ему владел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций, груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Пишите мне, мой ангел, письма по 4 страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать. Переписка. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад рассердила графиню. Что это с тобой сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь. Слава богу, я не картавлю. И из ума еще не выжила. Лизавета Ивановна не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно. И слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была им очень довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее.
Она упрекала себя в неосторожном поведении, не знала, что делать, перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям. Отослать ли ему письмо, отвечать ли холодно и решительно. Ей не с кем было посоветоваться, у нее не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жесткими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена», – писала она, – что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение. На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал. И возвратился домой, очень занятый своей интригу. По серьезному счету, ни одна экранизация, не принесла, не то, что не принесла успеха, может, успех какой-то и был, но ни одна не была адекватна по пушкинской прозе. Ни одна.